Ну, давайте я вам скажу сводки за последние двое суток. За вчерашние сутки с утра начался артобстрел, попытка прорыва. Эта попытка это не удалась, слава богу. Мы сдержали атаку. Понесли не потери один бетер, одно БМП и танк. Ну, танк, он ушел, его нет на линии, на взлетной полосе. По людям около 30 человек они потеряли, плюс-минус. Еще мы уничтожили людей, которые были в зеленке. Плюс два минометных расчета. Уничтожены подразделения Моторолы и совместная с Сомали. Уничтожили с утеса. Нашли и уничтожили. Потом ночью начался ожесточенный артобстрел. Он проходил до 12 ночи, по-моему, начался, продолжился ночью 2-3. Под утро опять открылся артобстрел, но под утро мы уже, они работали 120 мм. Сегодняшний день более-менее проходит в темпераментной обстановке. Я сегодня лично сам был на передовой и все видел своими глазами, что происходит, откуда, что идет. В данный момент могу вам сказать одну вещь, что с утра был минометный обстрел, мы ответили на подавление. Точных данных вам не скажу, но минуту перестали работать по нам. После этого, около 12 часов дня, начался артобстрел. 153 пушек. Мы их обнаружили, отработали на подавление. Отработали Авдеевку, где стояла арт-батарея. Отработали поселок Пески, где стоит Д-30. В данный момент показано, как работает Д-30 со стороны Авдеевки летит. Обрабатывают они по аэропорту. После 12 часов обед начался пехотная атака. Атака была уничтожена. Уничтожено около 40 человек. В данный момент я могу приблизительные цифры сказать. После этого они попытались окопаться, занять оборону на старой вышке. И установили там два миномета. Сюда открытый был огонь с артиллерии, мы работали на подавление. Ну, по итогам на данный момент, на 17.00, я могу сказать, что так же самое, аэропорт находится под нашим контролем. Никакого флага у КС нигде не висит, чтобы никто не слушали, это брехня и ложь. 53 наших флага, Новороссия, Донецкая Народная Республика и флаг отдельного батальона Спарта. И то, что нам показывают, и кто нам что-то расскажет, что аэропорт защищает, это ложь, это неправда. Да, под Авдеевку, под Пески, Первомайская, тоненькая, стягиваются очень серьезные силы против нас, очень мощные силы. Ну, опять же, будет все зависит от их работы минометов, от их артиллерии, от их ураганов, как всегда. Режим у них один и тот же, будет брать нахрапом. Да, с пехотой ворвался бетер в аэропорт. Бетер мы зажали на новом терминале. Потом его спалили. Ребята спалили его со шмеля. Со шмеля спалили. В данный момент мы сейчас обрабатываем новую вышку, чтобы зачистить ее. Чтобы никого не оставалось никаких сомнений, что аэропорт находится не под нашим контролем. Аэропорт находится под нашим контролем. Еще раз всем говорю, никого не слушайте. Украинское телевидение лжет. В очередной раз, тоже новый министр обороны, которого взяли из ниоткуда, лжет. Я подтверждаю слова своего министра обороны, своего главнокомандующего, что аэропорт находится под нашим контролем. Мы его не сдадим, мы будем стоять до последнего. И я думаю, после очередной атаки мы пойдем в наступление, в наше наступление. Но когда мы пойдем в наступление, я думаю, мало никому ничего не покажется. Они все умрут, кто к нам пойдет в аэропорт. На данный момент я владею информацией, что в Песках находится правый сектор, Донбасс-1, 25-я аэромобильная бригада, по Авдеевке, Айдар, Азов, Нацгвардия. Авдеевку закрыли, тягаются серьезные силы туда. Ну, мы ждем гостей, мы уверены в своих силах, мы их встретим достойно, и они получат достойный отпор от нас.